Друзья, с вами Лохматая Душа. И у нас новый виток темы «Нам позвонили». Временами чувствую себя мультяшным спасателем. Чип и Дейл спешат на помощь. Очередная бедная, несчастная, лохматая душа. Все, что можем, ребята, мы сейчас сделаем. А потом вся надежда будет только на вас. Но, друзья, если отбросить шутки в сторону, то кто, если не мы? Нам сейчас позвонили, похоже, что лежит Метис Борзой в очень тяжелом состоянии. Более подробно, друзья, покажу и расскажу, когда мы подъедем. Спасибо, что вы с нами. И простите, друзья, за то, что втягиваю вас в новую историю боли. И я очень надеюсь, будущее радости, когда мы ее спасем и пристроим. Знаете, друзья, я очень люблю ездить по ночам. Не знаю почему. Я вообще ночной человек сам по себе. Сова жуткая. Для меня 2-3 часа ночи – это только поплясать. И за вот такими поездками я, наверное, просто скучаю. Раньше, когда жила в Липецке, для меня был праздник 2 раза в месяц собираться в московский аэропорт, когда мы пристраивали наших животных. Сейчас я очень люблю моменты, когда животное, к которому мы рванули на помощь, уже лежит у нас в машине, и мы или везем его в клинику с надеждой, или уже из клиники с чувством выполненного долга едем домой. Такие моменты, они очень дороги. Не каждый, наверное, меня поймет, но в такие моменты, ребята, чувствуешь, что ты не зря живешь на земле, что ты нужен. И пусть капля добра, но она приходит в этот мир. Добра вам всем-всем-всем, люди, и доброго здоровья. А еще огромная благодарность за вашу дружбу, за ваше терпение, за вашу поддержку. Спасибо вам всем от всей души. Ну, смотрите, ой, господи. Да, представляешь, какие звери? Бедное дитё. Да она скелет вообще. Живой хоть? Дышит? Да, живая, дышит. Водичку пили? Да. И кушала. И кушала, и пила. Ребята, дай вам Бог здоровья. Спасибо вам огромное. Не за что. Ну там у всех вызванивают, давай. Сейчас. Вообще, худая, сильная, худая. Так, сейчас везем ее. Так, подождите, сейчас я ее сначала посмотрю. Стойте. Пойдем, малыш. Пойдем. Хорошо. Ну, да ты еле живая. Включи кто-нибудь вспышку. Она вообще еле живая, ребят. Ну, я об этом и говорил, то, что она, да. Господи. Еле живая. Она вообще еле живая, ребят. Мне не вселите покрывало, пожалуйста. Какой хороший. Ну, так, извините, да? Бабушка, давай, мой золотой. Ложись, не бойся. Не бойся, солнышко, господи. Вот так, ну, ложись. Сейчас мы в клинику сразу сначала анализы сдадим, потому что, похоже, может быть, клещи. Красивая девочка. Умница. Скелет. Господи, боже мой. Вот сволочи люди. Закрывай. Друзья, мы забрали собаку и срочно летим в клинику. Собака в очень тяжелом положении, девочка молоденькая, судя по внешнему виду. Хотя, глядя на то, какая она истощенная, возраст точно не определить. Друзья, следующий выпуск, ролик я сделаю уже в клинике, когда мы сдадим анализ на пироплазмоз. У меня подозрение, что девочка искусана клещами. Столько вся в колючках, брать больно. Вообще ничего не весит. Почти ничего. Открой, пожалуйста. Нам только главное анализы сдать. Привет. Смотрите, что мы нашли. Скелет 15.90. Опустите, правда? Ребята, ее брать вообще невозможно. Лень. Опустите, опустите. Угу. Так, Эдик, сделай несколько фотографий. Так. Ага, сразу на видео и несколько фотографий, пожалуйста, хорошо? Вот они. Ладно,
там, солнышко. А где вы их нашли? В каком районе? А был он там двух борзых разыскивал. Кто? Он там двух борзых разыскивал. Нет. Друзья, самые страшные собаки, самые несчастные, это те, что родились охотничьими. Больше всего страдают и калечат именно их. Охотники, ужравшиеся на охоте, стреляют по ним, как по мишеням. Собака, переставшая брать след, расстреливается охотником прямо в поле. Их часто теряют, их часто бросают, их никогда не ищут. Ребята, за все эти годы мы подобрали очень много охотничьих живсобак. Искалеченных, полных, нашпигованных дробью, поломанных, избитых, а самое страшное, истощенных до конца, на пределе, искусанных клещами. И неважно, какого возраста, чаще всего нам попадаются легавые. Молодые, старые, неважно. Они просто есть, и они страдают. Они страдают от рук человека. Чаще всего и страшнее всего. Ребята, представляете, я не знаю, что она чувствует, но представляете? Бедная девочка. Ребят, ну невозможно просто. Просто невозможно. Здесь все скатано, и это все надо вырезать, потому что оно все аж под кожу натягивает у нее. Вот скажите, какая собака будет нормально лежать, когда ее сбривают? Ой, господи, она вся, ребята. Прикоснуться нельзя, она вся в колючках. Ребенок-то. Уберем хотя бы, чтобы она лежала. Пока анализы готовятся, постараемся убрать немножечко с нее колючки, просто битком сбито все. Малышка измученная, истощенная, просто лежит. Немножко обработали, сняли с нее все, но пришлось оббрить все, что можно было. Все колючки, все, что впилось у нее в тело. Ребята, ребра, сплошные ребра. Так, сейчас повышен очень сильно лейкоциты, тромбоциты. В общем, мы сейчас рискнем и сделаем ей пироп-стоп. Потому что подозрение все-таки на пироплазмоз. Да, и месяцев 6, потому что она только-только зубы поменяла, но еще не все выпали. 5-6 месяцев, не больше. Она ребенок. Ребенок-скелет, который умирает от истощения.